В Германии напуганы пищевым террористом. Кто и зачем отравляет еду в супермаркетах, включая детское питание, расскажет Татьяна Лагунова. На вид около 50 лет, телосложение спортивное, носит очки. Полиция Германии разыскивает мужчину, который угрожает добавить яд в продукты, в том числе и в детские смеси. Если крупные супермаркеты страны не заплатят ему откупные 10 миллионов евро. Мы имеем дело с жестоким преступником, который допускает, что здоровью людей будет нанесен большой вред, вплоть до летального исхода. Письмо с угрозами шантажист направил руководству крупных торговых сетей Германии. И чтобы доказать, что он не блефует, сообщил, где и какие продукты уже отравил. Полиция проверила детские смеси в одном из супермаркетов на юге Германии и действительно обнаружила в них этиленгликоль. Это вещество смертельно опасно для человеческого организма. Он дал понять, что не намерен ограничиваться каким-то регионом, а будет действовать на территории всей Германии и соседних европейских государств. Полиция просит людей не паниковать, но быть крайне внимательными и тщательно проверять все купленные в супермаркетах продукты питания. И если фабричная упаковка вдруг повреждена, сразу же звонить в полицию. Татьяна Лагунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».